Доброго времени суток и хорошего настроения. Всем привет. Это игра Soulja Life. Я продолжаю проходить ее. И в этот раз, наверное, я буду уже зачищать, так сказать, места, которые я ранее пропустил. Но дело в том, что когда я записываю видео, я замечаю некоторые такие моменты и записываю себе, где их надо пройти. Вот химзавод. Там есть вентиляция внизу. Я вот здесь проходил. И вот она. Даже вот открывается и... Ой. И поползли, поползли, поползли. Здесь что-то такое есть. Слизняк. Вот ради тебя я, да. Столько времени буду ползти по этой вентиляции. Не знаю, куда я выберусь. Ой. А рыба поднимается? Нет. Ну, лишь бы яйца не откусил. Ох ты ж, блин. Вот, надо попасть точно куда-нибудь. О, я внутри нахожусь. Я нахожусь внутри той комнаты, где я был в том офисе или лаборатории в химзаводе. И вот это, судя по всему, варп-площадка. То есть я теперь могу поставить варп-площадку. Идем обратно к телепорту. И сейчас мы переместимся к ангару. Нет, не к ангару, а где гостиница-то у нас была-то? Погрузчик, небоскреб, глюк, аппаратная. Общая зона. Не помню. Да, вот сюда я и попал. Там вон с той стороны я не был. По-моему, я вот здесь еще не был. Я сейчас пройду вон к тем небоскребам и по пути посмотрю, был я здесь или не был. Вот у этой пирамиды. По-моему, был. Глазки. Глазки смотрят вот сюда. Тут сказали, что они смотрят туда, где есть новые места для граффити. Но я их... вот оно что. Таким образом, не знаю, с чего начать, но можно попробовать. Я оттуда вот прыгал, но сюда вот я не запрыгнул. Но надо как-то попробовать. И вон там на верхотуру, на ту тоже надо забраться. Хорошо, я вот все-таки туда пройду и там посмотрю. Так, ну вот сразу же я вижу здесь вот... место для граффити, вон там вот тоже есть места для граффити. Вот здесь я не помню. Нет, по-моему, я здесь все-таки не был. Итак, как к нам сюда забраться можно, чтобы не потревожить вот этих какаду, блин. Это, конечно, не какаду. Какаду вообще попугай. Это вот что такое? Сдается мне, что надо вон туда на верхотуру забраться. И отсюда, и оттуда спланировать именно сюда. Вот здесь тоже какая-то фигня. Можно тоже попробовать зайти вот тут. Ой, ё-моё, тут крокодилы. Хрен его знает, меня крокодилы еще не кусали, но я что-то проверять не больно хочу. Так. Тут я рисовал, и вот, пожалуйста. Походу, это тоже химический завод, и сейчас мы пройдем туда. А, ну да, здесь я был. Так, вот я здесь, и вот здесь где-то вот... Я сейчас посмотрю внизу. Да, вот они, и надо туда попасть. В смысле, попасть ровно туда вниз, чтобы... На... Да, я еще жив остался. И давай, рисуй что-нибудь. О! Отлично. Там у нас что? Там тоже какое-то здание, и туда надо пройти. Так, здесь по доскам-то он умеет вроде бы прыгать и заходить. Вот. Ух ты, как все интересно. Правда, я не знаю, что это такое. В смысле, что за здание. Но давайте посмотрим, что нам скажет. Слушай, то ли это у него шишки, то ли это какашки. Ну, раз мухи роятся, значит, это какашки. Говори, чувак. Говорили, тут опасно, типа ядовитое излучение. Ну, спасибо, вовремя предупредил. Полная хрень, я тут уже несколько месяцев сижу. И все в порядке. Ну, не то чтобы, ну ладно. Давай, говори еще. Погоди, у меня что-то на лице, что-то. А, у меня что, на лице что-то? Наверное, это просто детство, да-да-да. Прыщи пошли. Да. Короче, расслабься и туси тут сколько хочешь. Зашибись. А смысл-то мне тусить сколько хочешь, если мне нужно найти что-то? Правда, еще не понял, что, но сейчас найдем. Так, тут что-то есть. Ну, в общем, мне тут надо что найти? Стенку тупо.
которую надо нарисовать. Вот, запрыгнули, теперь надо посмотреть. Теперь туда. С этой стороны есть что-нибудь? Ничего. Примечательно, но что-то здесь какой-то проход. Типа коридорчик куда-то, который ведет неизвестно куда. Давай рисуем. Крокодилы, блин. Бегемоты. Что это за дыра? Ага, вот у нас дыра есть. Вот у нас какая-то хрень малопонятная. Сейчас выяснится, что я попаду к себе в контейнер. Ух ты, слизняк. О. Так, курлы. О. Я в больничке, нет? Да, я в больничке. Так, суть. Мне нужно... Я не то хотел сказать. Мне нужна была суть в том, что нужно зацепиться за эти штуки, но я вот как-то с планером был. Ну, в смысле, с глайдером, хотя это одно и то же. Можно было с глайдером просто-напросто спуститься нормально. У нас тут лазер, который явно нам мешает пройти туда. Есть ли что-то тут такое, что нам может помочь в этом серьезном занятии? Какой-то приемник. Это мой глайдер. А если вот так вот? Все равно надо что-то кинуть однозначно. Не самому же подставляться. Например, я вот... Может быть... Фига. Еще раз. Вот с ноутбуком, может быть, по... О, стоп! О, вот ноутбук, когда падал, он перекрывал лазер, он прекращал, в общем, то есть прерывал луч. Если он луч прерывает, то значит можно присесть и кинуть. Еще раз. Точно, может быть. Да-д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 а, я прополз. И тут бомба. Так, тут есть что-нибудь, то, что можно зарисовать? Так. Вот здесь, наверное, есть... Нет. Наверху ничего нет. Есть! Вот оно. Нарисовать на бомбе свой тег — это круто. Так, а бомба у нас тоже что-то значит. Так, давай жмакаем. Чего это? Не пойму. Текать надо, судя по всему. Нет, не успею. Уходим. Упс. Судя по всему, это была, блин, плохая концовка. Ну, нормально. Меня просто из игры выбросило, и вот я сейчас, походу, восстанавливаюсь. Я не знаю, может, сначала надо будет проходить это все дело или нет. Ой. Ну, давай, что ли, добивай. Вот. Сохранение удалось. Я надеюсь, все будет нормально. Ну, в общем-то, да, все нормально. Это была плохая концовка. Еще одно место есть. И это у меня было, помнится, где были грибы. Так, зачем я туда пошел? Надо было к глюковскому этому вернуться. Небоскребу. Вот и глюк. А мне надо вниз. Вот так мы пройдем. Так, это небоскреб глюк, и меня поджидает какой-то крендель. Так, ну мне надо сюда запрыгнуть, да? Там. Отлично. Рисуем. Где-то еще вот было. Все, больше нет ничего. Теперь можно спрыгнуть в курительную, на курительную площадку. Там есть проход, выход. Ух ты, сортир. А здесь я в сортир. О, в золотой унитаз. Да, таких вещей я еще не делал здесь. А, по-моему... Ух ты. Ладно, где-нибудь надо нарисовать. От,
открыта новая точка для комбо. Это, конечно, хорошо. Вот теперь наверх. И вон там лестница. Что тут делать, я не знаю, но здесь какая-то камера, которая закрывает все. Если высоко перепрыгнуть? Нет. Если у нас есть варп. Вот мы делаем якорь. И пробуем нажать кнопочку. Потом мы достаем. Отлично. Хе. Вот он для чего нужен был нам. Глюциногенный, блин, подъем. У меня сейчас будет, но тем не менее пойдем наверх. Не знаю, что там будет, но я надеюсь, что-то интересное. О, хорошая площадка, но здесь все. Не знаю, чем это все для меня закончится, но тем не менее полетаем. Наконец-то я могу. Ой, надо присесть, зайти и нажимаем кнопочку. Автопилот. Автопилот включился, и что это такое? Ну, я только могу по сторонам посмотреть. Он никак не управляется. Кнопочки никакие не работают. А по-моему, я приземляюсь куда-то. Или мне это кажется? Да-да-да-да-да, я куда-то приземляюсь. Опускаюсь аккуратненько. А, я лечу где-то. Ну надо же, теперь я могу углядеть все вокруг. С высоты птичьего полета, правда, ну, сейчас я приземлюсь куда-то. О, чувак, привет! Я тебя знаю. Куда мы летим? Все-таки кто-нибудь скажет, так, лифт, здесь я был. Красота! Судя по всему, это одна из концовок. Ух ты, я бочку делаю. Сейчас перегрузка, сейчас за шиворот насрот такого этого. Ух ты, круто, 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 я лечу. Вопрос, была бы польза от этого какая-то? Вопрос в другом. Смотрите-ка, два чувака сидят на бургере каком-то. Глазки надо... Да... Нет, ничего не достается. Я просто лечу. Это концовка, одна из концовок. Но я могу посмотреть, что здесь находится. Ну, вокруг. Крокодилы, бегемоты. Да, я облетаю всю площадку. Ну, точнее, весь этот остров со всеми зданиями. И я могу, так сказать, посмотреть... На все это дело. Правда, другой вопрос еще интересует, куда я попаду. Не знаю. Ну вот. А что это такое? Вот здесь я, по-моему, не был. Куда это он меня переносит? Чувак такой гордый стоит, как Наполеон, блин. Опа! Я куда-то приземлился. Точнее, я куда-то приземляюсь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что это было? Опа. Короче, меня всего лишили. Да давайте попробуем выйти. Музыка вроде бы играет, куда я попал, не знаю. Да, на самом деле это была одна из концовок. Мне нужно попасть туда, там меня, по-моему, ожидают грибы. А, вот здесь я еще не был, то есть надо сюда запрыгнуть, да? Это надо перебраться наверх на ту самую крышу. И с крыши уже использовать глайдер. Пошли. Ну что, можно попробовать прыгнуть. И я это сделал. Хорошо. Закрасили.
Смотрим опять глазками. Глазки нам показывают туда. И там у нас тоже что-то есть. А что, я не знаю. Я отсюда не вижу, и вряд ли я это увижу. Прыгаем сюда. И уже смотрим здесь. Почему-то глазки нам показывают теперь. Странно, я здесь вроде бы рисовал, хотя я могу ошибаться. Ну, можно пройти посмотреть. Так, я наверху, наверху. Так, опять глазки надо засветить. Они мне показывают вот здесь. А, туда, точно. Я же не вижу. Так, надо как-то вот туда, наверное, перепрыгнуть. И, ну-ка. Да, вот здесь, и вот я наверху. Почти наверху. Где-то вот здесь у нас... А, это я вижу, но надо вот, наверное, на желтую трубу... Да. Это хорошо. Дальше смотрим опять глазками. Ага, вот на этом... я не знаю, что это такое, но, в общем, туда надо как-то попасть. А как туда попасть? И вон там тоже есть, да? Так, идем-ка вот туда, пока сходим, посмотрим. Так, мы туда можем забраться. Наверное, классическими способами. Или не классическими. Здесь, кстати, какой-то крендель должен обитать. Если я не путаю. С другими такими контейнерами, но тем не менее. Почему он лестницу не может взять? А, да, здесь Бигмут был. Бигмутом ничего такого нету. Ну вот, как-то вот сюда надо перебраться. Туда наверх и вот сюда. На бургере там хрень какая-то сидит, это я помню. И вон там у нас есть. То есть у нас вот надо как-то, может быть, туда попасть. Так, вон там надо запрыгнуть с коробок. И вот мы спрыгиваем. Так, смотрим, глазки у нас показывают куда-то вот сюда, да? Точно. Вот туда я не могу попасть вот сейчас. Здесь. Да. Приземлились. Давай рисуй. Дальше у нас вон там есть. Я возле закусочной. Там он на бургере с глазами сидит чувак. И у нас с ним есть одно недоделанное дело. Это, скорее всего, какой-то из тегеров, с которым у меня комбо есть. И комбо вон на том билборде. То есть, если я возьму, вот оно. Ну, давайте посмотрим. Так, а может быть здесь получится? Да, вот здесь у меня получилось, я здесь совсем на верхотуре нахожусь. Так, вот я уже совсем встал на этот, на эту. Рыба дохлая лежит. На антенну, тарелку. Так, полетели. Слизняки везде ползают, даже вот на этом билборде наверху. Как он забрался туда, я не знаю, но в принципе это прикольно. Ну а теперь надо прыгнуть. О, я попал. И вниз, все. Так, дальше у нас какие планы? Дальше у нас планы, опять глазками посмотрим, а глазки у нас показывают куда-то вон туда. А, ну да, это на самый верх. Так, и у нас было здесь что-то, да? Вон там у нас еще тоже есть место, и тоже можно спрыгнуть с крыши. Да, вот туда можно попасть, можно с глайдером попробовать, можно даже так прыгнуть. Ладно, я не буду рисковать. Опа! Я приземлился туда, куда надо, и сейчас заодно посмотрим, что у нас тут наверху делается. Глазками. Ну, то, что это внизу, это понятно. Здесь. Наверху, на самом, можно будет пролезть и нарисовать один тег. Дальше у нас... Дальше у нас нет... Вот на той стороне, может быть, что-то осталось. Ладно. То, что надо было спрыгнуть мне сюда. Да. Зарисовали. Хорошо. Так.
Там же где-то должен быть еще один. Вот здесь я не был, кстати. Надо переползти сюда. Да, здесь какие-то мужики есть. Давай-ка мы залезем сюда и посмотрим. Да, здесь я не был, и здесь самое интересное. Нет, я здесь, по-моему, был. Или я не был здесь. Ну-ка, давай наверх залезем. Нет, я здесь был. По-моему. Да, я здесь был, но... Может быть, что-то не досмотрел. Стоит коп, с которым мне не надо встречаться однозначно. Так, глазки. Глазки у нас показывают вон туда. Странно. Я отсюда ничего не вижу. Ну хорошо, давайте сюда переползем аккуратненько. Сейчас посмотрим, что здесь у нас такого интересного. Какие-то свистки слышу, но это, блин. О! А, вон там наверху сидит, свистит какой-то крендель, а я тут угадаю. Здесь у нас что-нибудь есть полезное? Нету. Вот там бочки, так придется по бочке, с бочки на контейнер и, в общем, на самый верх добрусь. А, вот сюда надо, да, попасть. О, я телепорт нашел. Точно? Я вот этого не видел, да? Это, по-моему, последний телепорт. Да, теперь у меня все телепорты открыты. Правда, от этого я не знаю, какая польза сейчас. Потому что я уже, можно сказать, все, что нужно, уже знаю. Ну, давай аккуратненько переползать теперь по этой руке. Потому что если я свалюсь, то свалюсь очень хорошо. Ну, давай, свистунец. Слушай, ты тоже какой-то, блин, экстремал-отжигатель. Ну, давай подойдем к тебе, во-первых. С лицом у тебя тоже что-то непонятное. Ну давай, рассказывай. Порой я просто сижу тут и чирикаю. А порой сижу и сомневаюсь в себе. Сомневаешься, прыгай вниз. Присоединяйся, если захочешь. Нет, не хочу. Ты же знаешь, что повсюду есть предметы и секреты. Блин, вот тут предметы, это уже интересно. Вообще я не знаю, где это все найти, но зато вышло по-умному. Давай сюда аж перелезем. Свистун, блин. Ой. Ты чего это? Вот. Гули. Гуля, а вы что здесь делаете-то? А, вот же. Это хорошо. Ладно. На самом верху мы нарисовали. А дальше-то что делать? На тот верх надо перелететь. Почему ты вниз показываешь? Или я там наверху делал? Почему глазки показывают мне вниз? Да, вот зеленый контейнер. Глазки правильно смотрят, и надо на него... Отлично! И вот здесь где-то у нас... О, я попал. Давай, рисуй. А дальше у нас в планах к тому синему контейнеру подняться. Надо бы встать на коробку, чтобы уже наверняка приземлиться. И... Ну, полетели. Да что ж ты, вот. Он может. Вот оно. Я приземлился. Так, у нас теперь задача номер два. Туда. В общем, надо идти туда и прыгать с глайдером. Но надо как-то аккуратненько подойти к краешку. И полетели. О, давай, на зеленую. Мне надо на зеленую попасть, блин. В принципе, как вариант. А может быть, с другой стороны надо перепрыгнуть? Вот здесь на трубу, если запрыгнуть, я смогу пролезть. Здесь вроде пониже, нет. Так, хорошо, проползем вот здесь. А, ну вот так вот можно пролезть.
Так. И надо вот. Нифига себе! И как это сделать? Наверное, надо просто прыгнуть. Куда я рисовать буду? Ну, в принципе, давай попробуем. Так, наверху-то есть? Ой. Да это попал. Кстати, что здесь такое? Ага, что-то у меня есть. Есть какой-то диск. Мало понятно, ну давай возьмем. Что это было? Вид со спутника? Это, конечно, хорошо. Я свое месторасположение увидел, да, но... Ну, вид со спутника мне не нужен. По крайней мере, сейчас он мало пользы приносит. Так, фиксируем якорь. И полетели. Так, вид со спутника там и... И как тут добраться-то можно теперь? Так, давай-ка прыгать. Ага, во! Давай-ка я вот... Прям вот так вот сделаю, да? А если высоко прыгнуть? Так, почти получилось. Так. Прыгай! Так. Так, глазки показывают в сторону бочки. Надо туда спрыгнуть будет, да? Полетели. Так, приземляемся. Опа. Смотрим, здесь есть что-нибудь. О, есть. Так, и глазки у нас показывают еще вниз куда-то. Что, серьезно, что ли? Чего у нас там внизу-то? Только не надо говорить, что там тоже что-то есть. Так, я живой, ладно. Так, не понял. То есть здесь внизу где-то что-то есть, так что ли получается? Ага, вот точно. А, надо вон через дырку спрыгнуть. Отлично. Ага, наверх, на шпиль. На шпиль надо забраться, это у нас... Так, стой же, сверху надо зайти на небоскреб, с небоскреба дальше перелететь. Так, вон шпиль. Полетели. Так, приземляемся, приземляемся. Раз. И, по-моему, у нас здесь, да? Так, глазки. Четко вниз смотрят, да? А, лестница есть. Ладно. Рисуем. Так, поехали. Спускаемся вниз. О! Я говорил, помнится еще, по-моему, в первом видео, нет лучше красоты, чем подписка с высоты. Даже оговорился. Ладно, нормально. Я горд собой как никогда, но мне надо теперь посмотреть глазками. Глазки нам смотрят вниз. Что там внизу-то? Так, полетели на шпиль. Так, странно, мне показывают туда. И вниз. Не понял. На ту сторону, вниз. А, вот оно что. То есть просто спрыгнуть надо будет, да, там где эти? Угу. Вот. Прыг. Рисуем. Так, хорошо.
Так, перелазим. А, вот у нас что? Как нам до цикла жизни добраться? Это надо наверх, на крышу, уже с крыши слететь, да? Так, приземлился. Эл, ты где? А, вот, комбо еще тут есть, да, из трех. На них надо с крыши спрыгнуть, давай-ка. Ага, вот и комбо. Полетели. Опа. Приземлились. Нарисовали. Это еще один, вот. Все, отлично. Сколько у нас остается? Остается 3. 2 на той хреновине и... А нет, еще вот один. Забавно, но теперь нам туда надо, да? Снова небоскреб Глюка. И где-то в тех краях находится то самое здание. Полетели. Хер его знает, но вот куда-то туда надо лететь. Он, зараза, не появляется. А, вот оно. Ну, батенька. Я до туда тоже не долечу. Да. И что делать? Осталось всего 2 тега. Как добраться туда, я еще не понимаю. Все предметы найдены, 2 концовки я прошел. Судя по всему, если я нарисую все теги, то я буду королем вот этого всего пространства зарисованного. Даже не знаю, что и сказать на этот счет. Я посижу, подумаю над этим делом, потренируюсь, попрыгаю, полетаю и, может быть, не гарантирую, конечно, со всеми этими делами. Может быть, и нарисую эти 2 тега, но сейчас я, наверное, это видео буду заканчивать. Спасибо за просмотр, до новых встреч, пока-пока!